Ребят, всем привет! Я нахожусь в Краскино возле памятника героям Хасана. Хотя ни разу не заходил сюда. Монументально так, глобально. И обзор такой шикарный. Бухта экспедиции, Новгородская, там Крабби видно. Сегодня 6 марта. Пару дней назад выпал снег. Ну и что это нам дает на самом деле? Смотрим ледовую обстановку. Вот я смотрю, на бухте экспедиции едет машина. Ну, уже ощутимо теплее, конечно, да, но ветрено. Эти дни будет ветрено. 80-й, 70-й, 70-й, 30-й, 20-й. История. Вокруг все сгоревшее. Собаки лают. Атмосфера такая русская, исконно. Коровы. Снег. Никто не убирает, естественно. Решил проверить лед в Бухтина экспедиция. В принципе, нормально. Ну, снег, да, он такой неровный весь. С этой сажей все сгорело вокруг. Но это не страшно. Лед хороший, ездят машины. Завтра с утра на рассвете я уже буду в Хасане. Увидимся там. Сейчас меня как выгонят отсюда. Да угорает. Еще и штраф какой-нибудь влепят. Надеюсь, что нет. Радует только то, что я обратно по ветру поеду. Просто огонь. Восхищению нет предела, конечно. Тут, наверное, постоянно ветер, что ли. Ну вот он, фальшивый остров. Полуостров фальшивый, островок. Вот это да. Вот так красиво вообще выглядит. Обалдеть. Просто обалдеть. Какая красота. Такие мини, как знаете, в Гранд-Каньоне такие. Колорадо. Обалдеть. Такая прикольная штука. Лодочка. Номер 3. Или номер 4. Там уже вышли сотрудники кордона. Сейчас либо подойдет, либо не подойдет, я не знаю. С собакой. Незамысловатый баркас такой. Вообще. Красота. Красота. Вносит такой антураж, конечно, во все. Сотрудник направляется сюда. Не судьба мне уединенно посидеть у гуляющего камня, или как он там, блуждающий камень, за ветром. Ну, сейчас посмотрим, может, отстанет. Не думаю, что прям серьезно так все здесь. Добрый смотритель на кордоне меня даже пригласил на чай и разрешил забраться вон туда. А вот этот камень блуждающим называют, да? Камень блуждающий какой-то. Да. Это море просто приступает или сам камень двигается? И море двигается, иногда и камень. Да? Да. Такое ощущение, что он был немножко ближе, что ли. Куда-то там прям какая-то фальшивая. Хороший, хороший, хороший.
Хороший пес. Хасан, да? Хасан, молодец. Охраняешь фальшивый, да? Фальшивый охраняешь островок. Котов кушаешь. Кровища вот, да? Молодец. Пес. Вот в такие моменты я хочу собаку. Молодец. Так, ну вот мы тогда вот тут переодевались возле этого камня, вешали вещи. И вода была вот здесь вот уже. Хасан тут охраняет. Посмотрим на камни. А камни здесь, конечно, красочные. Красочные. Такие останцы. Периодически сыпется все это дело. Так, что, тоже пойдешь со мной, что ли? Красотища. Даже несмотря на то, что все сгорело. Пошли. Давай. Огонь выжег все, ну или почти все, не все, кое-что осталось. Снежок. Ну вот отсюда даже видно это вот залив этот голубиный, вот он. Это мне сейчас надо будет вот так, потом так. Хасан, давай сюда, молодец. Воу, нифига тут, неожиданность какая. Я это сделал, в такую погоду вырвал, потому что завтра будет дождь, завтра не вариант, вот сегодня такой вот. Солнца нет, прям хорошо. Ни грязи, ничего. Пусть холодно, но все равно не так уже. Ну, Хасан, показывай. Что у нас тут? Багульник. Рододендрон. Здесь цветет. Да? Если не ошибаюсь, да? Фальшивый островок, да, я не думал, что он такой внутри. Снаружи, ну, островок и островок. А тут оказывается вау, еще. Все, вот так вот. Еще и. Такой галечный пляж такой. Прям сказка. В хорошую погоду спускаешься сюда. Веревку сделать сверху вон туда вообще. А тут и без веревки, наверное, можно. Такая живопись. Туда я не полезу с рюкзаком. Так, ну все, погода ухудшается. Видимость падает. Путь обратно. Может быть, увеличить его немножко ради интереса. Хасан, ну ты знаешь, куда привезти, да? Молодец, знаешь, куда везти. Привел меня сюда, вот,
Так, ну дальше я не пойду. Там уже что-то как-то поката. Больно уж. Больно поката. О, какой красавец. Краса, ну ты красота вообще. Нет, туда не пойду я. Давай без этого. Погода, конечно, не для релакса. Терпимо, в принципе. Хасан, давай обратно. Самая хасанская хасанщина. Надо, короче, минут 20 чай попить на кордоне. Раз пригласили, надо сходить. Блуждающий камень, оказывается, действительно блуждает. Потому что он стоял дальше от островка. На песке стоит. Оторвался от острова, наверное, упал. Или, может, просто часть острова в прошлом. Мой корефан! Корефана! Хасан! Пошли! Пошли! Давай! Пойдем! Хороший, хороший, хороший! Пойдем! Пойдем! Играешь? Только не заигрывайся, давай! Бухта Сивучья. Да, Хасан? Бухта Сивучья? Ага, красивая. Молодец, пойдем. 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 Молодец. Даже корейская сосна, похоже, приютила здесь маленькая. Так, что-то домиков много, да? Ну, это для туристов. Для каких туристов? Для туристов. Ну, платно, да? Ну да. А как это? Где узнать? Платно? Через заповедник, через контору. Польчевская, 18. Ага. Да, обращаться и пожалуйста. Ну, то есть они там автономно, да, практически? Смотритель кордона сказал не вставлять в ролик ничего с кордона. Хорошо. А, так это колодец, нифига. Это не остановка. Это колодец. Так, на будущее знать. Сколько металла лежит бесхозного. А, разбирает он. Не мудрено. Кстати, о номере. Жил два раза в этой гостинице в Краскино в Орионе. Получается, в старых номерах. Здесь вот в коридоре на первом этаже 4 двери. Вот такие вот. Это новые номера. Если будете заезжать, просите вот новые номера. Здесь все хорошо. Прям новое чувствуется. Мебель новая. Довольно-таки приятно. Здесь все не так убого, как в старых номерах. Старые номера там заплатки на ванне. Здесь душевая уже так сейчас. Душки нормальные. Все чистенько. Хорошо. Свежая сантехника. Прям глаз радуется, приятно находиться. Всем доброе утро! Сегодня 8 марта, всех дам с праздником! Смотрите, что у нас на улице происходит! Смотрите, что творится! Зима, елки-палки! Дорога Хастан раздольная, вообще просто, даже ни один трактор не проходил после Гвоздева. Все просто вот, пол колеса снега. Вообще. Ребята, зима, просто зима пришла. Одеваем лыжи. Да жесть. Что-то я, по-моему, слишком преувеличил
сегодняшнее ожидание насчет покататься на велосипеде. Нет, скорее всего. Ну нереально тут ехать. На фете только куда-нибудь ломиться. Ну вот, короче, 8 марта у нас такое. Вот с Китая тянет. Опять снег. Насыпало конкретно. Прям красота. Сейчас солнышко было так. Все. И опять затягивает. Смотрите, ё-моё. Обхильчик в страве создам. Вот там до низу, до домиков. С домиков вот сюда. Раз. Маленький такой обхильчик. Сейчас вот еще покатаюсь по нему. Шикарный закат. На китайской стороне. Сразу же китайская гора. Да, тут, кстати, катать не перекатать. Тут очень много по холмам, очень много дорог. Таких наезженных по ним можно кантри покатать. Может даже трейл какие-то. Ва, что-то я вспотел, замерзаю. Да еще спуститься надо. Отлично тут потренил. Как потренил, просто покатал в свое удовольствие. Вверх-вниз, вверх-вниз с видовой. По свежему накату. Вообще шикарно. Просто закат пофотографировал. Красота, конечно. 8 марта. Милые дамы, всех с праздником. Thank you.